скандально известный актер Алексей Панин снова отличился, на сей раз артист опубликовал фотографию, на которой снята семья, причем ее члены полностью раздеты. Сегодня, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. В честь важной даты Алексей Панин решил поздравить народ, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram неоднозначный кадр. На снимке на фоне моря или океана позирует счастливо улыбающаяся семья. Изюминка фото в том, что все персонажи на нем абсолютно голые. Многочисленные подписчики прокомментировали публикацию скандально известного актера «Да, когда-то все мы были детьми». С Днем защиты детей, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред, с праздником, доченью, твоё улыбка, здоровье, радости, солнце и больше детских улыбок и звонкого смеха, а разве детей не надо все 365 дней в году защищать? Восклицательные и вопросительные знаки лицо в очках поинтересовалась у актера подписчица. Панин ей ответил: «Вы правы, но это не нашей стране, в нашей стране только воруют по-честному, все остальное показуха, победный жест». Публикация от Алексей Панин, собака Алексей Панин 99, 1 июня 2018 в 12 часов 30 минут по часовому поясу PDT. Отметим, что Алексею досталось много поздравлений в адрес дочери. Вот некоторые: малышку Нюсю с праздником, и вас, Алексей, с прекрасной дачей, радостная улыбка, Леха, братушка, здоровье твоей дочери, это самое главное, тебе счастья и настоящей любви. Публикация от Алексей Панин, собака Алексей Панин 99, 28 мая 2018 в 11 часов 59 минут по часовому поясу PDT. К слову, ранее Алексей Панин выложил видео, на котором запечатлел свою наследницу, 9-летнюю Анну. Девочка в компании отца и двух бабушек сидит за столом и играет в карты, в картишки, дуемся, бубна, трефи, червы, пики, коротко сообщил Панин. Поклонники пришли в восторг от девочки. Обожаю Нюсю, влюблен этот ее взгляд, искренне влюблен, 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 как мне не хватает у моей прабабушки. Мы с ней играли часто в карты, а не у вас прекрасная, влюблен, значок поцелуя, душевное видео, доча у тебя классная, высказались восхищенные поклонники.